30 миллионов рублей. Это объем народного бюджета в следующем году. Средства городской казны потратят исключительно на инициативу ульяновцев. На сайте городской администрации их оценили более 6 тысяч человек. Из 13 проектов в финале бюджетная комиссия большинством голосов одобрила 8. В основном они направлены на благоустройство территории и даже концертного зала под открытым небом. А еще творческое развитие детей и подростков не обошли стороной предложения для серебряного возраста. Но большинство голосов эксперты отдали проекту по реконструкции помещения под многофункциональный центр для детей. Наши дети, взрослые, подростки из малообеспеченных семей смогут спокойно и активно проводить время. Проекты победителей сначала пройдут процесс уточнений и детализации. Затем их включат в заявку при формировании бюджетной потребности на следующий год. При этом реализацию софинансируют сами жители. К муниципальному бюджету они добавят более 1 000 000 рублей. Внимание к этому проекту с каждым годом все более активнее. Ведь вот посмотрите, если те годы где-то у нас было 300, допустим, этих вот проектов, то уж в этом году более 600 проектов, понимаете? Это и участников у нас было гораздо больше, чем по сравнению с прошлыми годами. Я думаю, что вот этот проект, он востребован. Людям это, конечно, очень нравится. Выросло и финансирование этих проектов. Еще 4 года назад объем народного бюджета был в 2 раза меньше. Благодаря ему в Ульяновске уже воплотили в жизнь 36 инициативных предложений.